Приветствую, силачей старой школы. Короче, хочу поучаствовать в челлендже от Алексея Воронова. Отжимание грудным, наверное, хватом будет правильно назвать, от гладкого блина. Вот я нашел блинчик гладкий. Уже попробовал, как вы видите, 7,5 килограмм. Гладкий, как жопа младенца. Очень непросто, я вам скажу. Ну, вот так вот на боку легче, чем на кольце. Блин, ну вот это жесть. Фух. Ну чё, надеюсь, еще кто-нибудь из группы попробует. Давайте, всем удачи.